Сейчас я вам расскажу про очень фантазийный вариант завязывания галстука, про узел Тринити. На первый взгляд он может показаться несколько непростым вариантом, но если вы хоть раз попробуете его сделать, вы поймете, что это довольно просто. Что мы делаем? Мы располагаем галстук таким образом, чтобы обратный шов был лицом к вам. Вы заранее отмерьте нужную длину широкого края, потому что после того, как вы сделаете этот узел, у вас уже не будет возможности скорректировать длину галстука. В этом варианте узла основную работу мы будем проделывать как раз узким концом. Что мы делаем? Мы более узкий край кладем скрестно на более широкий. Оборачиваем в петлю таким образом, чтобы у нас получился такой узелок. Потом более узкий край мы продеваем под широким. И опять продеваем в петлю. Пока у нас есть возможность, мы можем как-то скорректировать длину. Помните, что потом у вас уже этой возможности не будет. Что мы делаем дальше? Дальше более узкий край мы кладем сверху на более широкий и продеваем в петлю сверху, а затем в ту, которую образовали ранее. У нас получилось то, что более узкий край оказался поверх широкого. Теперь мы заводим его назад за более широкую часть и продеваем в эту петлю. У нас получился такой довольно интересный вариант узла. Редко на ком можно встретить такой, поэтому если вы будете его использовать, вы будете выделяться из толпы. Образовавшийся узкий конец мы элегантно прячем за воротничком. Расправляем. Вуаля! Таким образом, у нас получился очень интересный узел. Я не скажу, что он уместен в очень офисной деловой среде, но если вы собираетесь на какое-то неформальное мероприятие и хотите прослыть этаким франтом, это как раз для вас.